Om Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading Mantra 2 of the Sri Ishopanishad. Мы читаем мантру вторую из Шопанишада. Курван эваха кармани джживишек чатам самаха эвам твай наняте тости на карма лепьяте наре. One may aspire to live for hundreds of years if he continuously goes on working in that way, for that sort of work will not bind him to the law of karma. There is no alternative to this way for man. Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет. So this verse is a continuation from the first mantra. The first mantra was describing how we have to work in the spirit of Isya Vashya, meaning with God in the center. Итак, эта мантра продолжает тему, начатую в первой мантре, которая Your voice is breaking, Adri. Принцип Ишавасям и да, то есть как нам майя, откуда что берется. Okay, so you could read the first paragraph of the purport. Абзац первый. Никто не хочет умирать. Каждый хочет жить как можно дольше. Это желание присуще не только отдельному человеку. Аналогичные тенденции можно наблюдать у коллективов людей, сообществ и наций. Все виды живых существ борются за свое существование, и веды говорят, что это вполне естественно. Живое существо по своей природе вечно, но находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять тело. Этот процесс называется переселением души или по-другому карма-бандхана, что значит порабощение собственной деятельностью. Человек вынужден работать, чтобы прокормить себя, ибо таков закон материальной природы. И если в процессе своей деятельности он уклоняется от предписанных ему обязанностей, то нарушает закон природы и обрекает себя на муки рождения и смерти в цикле перерождения души. Угу. Srila Prabhupada describes how everyone has a desire to live eternally. We want to live a long life. We want to live. We don't like death. We want to avoid death. Srila Prabhupada говорит в комментарии о том, что мы вечные живые существа и хотим жить. Но находясь в плену материального существования, мы вынуждены снова и снова менять тело. То есть мы не можем избежать смерти. That is an indication of our spiritual nature, that as spirit souls we are eternal. You know, maybe someone else should be translating, you know. Maybe it's difficult for you to do it from there.
I try to change my location, maybe weak internet. Это лишний раз доказывает мое, наше духовное положение, поскольку мы духовные, а дух вечен. So, but as spiritual beings, we're eternal, but because we're in a material body, we're subject to birth and death. Находимся в материальном теле, несмотря на то, что мы духовные живые существа, тем не менее мы имеем дело с жизнью и смертью. And we remain in that wheel of birth and death until we come to situate ourselves in the spiritual platform in the process of ishavashya. И мы будем иметь дело с рождением и смертью до тех пор, пока не выйдем, пока не поднимемся на уровень понимания Ишваси. Go ahead. Живые существа, воплотившиеся в теле, отличном от человеческого, также вынуждены рождаться и умирать. Но когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно получает шанс разорвать цепи закона кармы. Карма, а-карма и ви-карма описаны в Бхагавад-гите. Деятельность, связанную с исполнением обязанностей, предписанных шастрами, называют кармой. Действие, помогающее душе вырваться из круговорота рождений и смертей, называют акармой. А действия, которые совершает человек, злоупотребляющий своей свободой, и которые ведут его в низшие формы жизни, называют ви-кармой. Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей кармы. Обыкновенный человек старается совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивым человеком и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Но люди более развитые духовно стремятся к полному освобождению от всех действий и их последствий. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат Только как-то плохо слышно. Yes. Have we got? Will we go on? Will we keep trying? Devotees said that they lost my last sentence, so I try to repeat last sentence. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков. В Шри Ишапанишат описывается именно такая деятельность, с помощью которой человек может получить освобождение. I finished. All right. So Srila Prabhupada is explaining how there are different kinds of activities. There are three kinds of activities. There is akarma, karma, and vikarma. В комментарии Шрила Прабхупада описывает три разных вида действий, которые носят название карма, акарма и викарма. And human beings, intelligent human beings, anybody who's intelligent will understand that it's better to do work which is akarma, which does not have any reactions. Разумные люди должны прийти к знанию, которое расскажет им о том, как заниматься деятельностью акармы, которая не несет реакции. So how to perform that kind of work is described here in the Sri Ishopanishad. И вот как заниматься деятельностью без последствий как раз и описывается здесь в Шри Ишопанишад. Go ahead. Наставления Шри Ишопанишад более детально разъяснены в Бхагавад-гите, которую иногда называют Гита-панишад, квинтэссенцией панишад. В Бхагавад-гите 3.9-16 Господь говорит, что не исполняя предписанные обязанности, указанные в ведической литературе, невозможно достичь состояния наишкармы или акармы. Веды направляют деятельность человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть Верховного Существа. Когда человек сознает верховную власть личности Бога Васудевы или Кришны, это значит, что он находится на уровне позитивного знания.
На этой стадии очищения гуны природы, благость, страсть и невежество, перестают влиять на человека, и его деятельность превращается в найшкарму, то есть деятельность, которая помогает ему вырваться из круговорота рождений и смерти. So, now Srila Prabhupada is describing how whatever knowledge is here in the Ishopanishad is elaborately explained in the Bhagavad Gita. You can get much more information from the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада говорит здесь, что все то знание, что изложено в Ишопанишад, более детально разобрано в Бхагавад-гите. Можно это все подробнее узнать из Бхагавад-гиты. And he says that you cannot come to that position of akarma without following the Vedic literature. И здесь говорится, что невозможно достичь акармы, не следуя указаниям ведической литературы. And the purpose of the Vedic literature is to help us to understand the position of the Supreme Lord. Назначение ведической литературы понять нам, помочь понять нам положение Верховного Господа. When we come to recognize that there's a Supreme Lord, Krishna or Vasudeva, over everything, then that is what Prabhupada calls as positive knowledge. Когда живое существо или человек осознает верховную власть личности Бога, то это характеризует, как здесь Прабхупада говорит, позитивное знание. So, in other words, he's above the material energy, becomes to the transcendental platform. Другими словами, это говорит о том, что он находится на уровне выше материального или на трансцендентном уровне. Go ahead. Фактически, не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. Обусловленная душа привыкла работать ради удовлетворения своих чувств, преследуя эгоистические цели в узком или широком смысле этого слова. Обыкновенный человек работает ради чувственных наслаждений. А когда принцип чувственного наслаждения распространяется на его окружение, нацию или все человечество, то ему присваивают различные привлекательные имена, называя его альтруизмом, социализмом, коммунизмом, национализмом, гуманизмом и так далее. Эти измы, безусловно, являются очень привлекательными формами карма-банданы, порабощающей деятельности. Но ведическое наставление Шри Ишопанишад гласят, что если человек хочет жить ради любого из упомянутого выше измов, то в центр он должен поместить Бога. Нет ничего плохого в том, что кто-то становится семенином, альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом или гуманистом, но при том условии, что он будет руководствоваться в своей деятельности принципом Ишаваси, богоцентрической деятельности. So Prabhupada is describing how devotional service can be performed by people on any level of society. Здесь Прабхупада говорит, что деятельность, трансцендентная деятельность может быть совершена человеком из любого социального слоя общества. But Prabhupada says you can't immediately take up devotional service. You have to gradually stop our material activities. Прабхупада говорит, что нужно постепенно останавливать материальную деятельность, а преданное служение можно принять немедленно. Because we are conditioned to sense gratification, we're not able to immediately give up all of our sense gratification. Поскольку мы очень сильно обусловлены, то прекратить деятельность чувств невозможно не сразу. Just like take food. Food has to have some salt. If there's no salt, then there's no taste.
Как если мы едим какую-то пищу, то в ней должна присутствовать соль. Нет соли, нет вкуса. But if you put too much salt in the food, then the food is ruined. Но если вы положите слишком много соли в пищу, пища будет испорчена. So sense gratification is like that. If you have too much sense gratification, it's not good. And it's very hard to give up all sense gratification. То же самое и с удовлетворением чувств. Если прекратить сразу удовлетворение чувств, то это будет не очень хорошо. И в то же самое время невозможно это сделать немедленно. So all activities have to be regulated according to the Vedic standard. Поэтому деятельность должна быть отрегулирована в соответствии с ведическими стандартами. Just like we don't tell people you cannot eat, but you say we do tell people you should eat vegetables, you should eat a vegetarian diet. Don't eat meat and fish and eggs, and don't eat onion and garlic. Мы не можем сказать людям просто «прекратите есть», но мы можем сказать «прекратите есть запрещенную пищу, мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок». So Prabhupada then explains how sense gratification is there not only individually, but also in society in an extended manner. In forms of like our country or our community. Также в комментарии Прабхупада описывает, что этот принцип удовлетворения чувств он расширяется и распространяется просто с нашего тела на окружение, на страну или даже на целую нацию. So Prabhupada explains, we can continue to keep our different ideas about life, just like people, some people will be very attached to their country or to being good to people. Как правило, люди распространяют чувственную привязанность на то, чтобы быть хорошими для других людей. So Prabhupada is encouraging everyone that you can continue to do these things. You can continue to be even a communist or a socialist or a nationalist, but do it in God consciousness. Прабхупада вдохновляет здесь читателя продолжать быть, даже если он остается коммунистом, альтруистом или гуманистом, но при этом делать это, действовать в сознании Бога. So that is the Ishya Vashya spirit, that everything is done with God in the center. You don't have to give up these activities, but you just have to keep them spiritual, keep Krishna in the center. Здесь самым главным является богоцентрическое понимание или принцип Ишавасьи, помещение Бога в центр. Just like family life, people can be married and have families. That's encouraged in the Vedic society, but it's encouraged to be in family life in Krishna consciousness. Благодаря богоцентрической доктрине человек может отрегулировать и сделать свою жизнь в сознании Кришны. There are two kinds of there's two kinds of family life. One is called grihastha and the other is called grihamedi. Now the grihamedi is also married, he has a family. And the center of the whole business of their family is just their sense gratification. Семейный человек, он может быть грихастхой, может быть грихамедхой. В строгом смысле слова и тот, и другой ничем не отличаются, кроме умонастроения. Грихамедха ставит в центр чувство наслаждения, тогда как грихастха — принцип служения Богу.
But grihastha life is a spiritual ashram, and it's people are in family life, and the center of their family life is spiritual activities, and they can all make spiritual advancement. Духовный семейный человек помещает в центр Бога, и таким образом у него есть возможность духовно прогрессировать. So we want to encourage all of our devotees like that, to show that example, to be in Krishna consciousness in whatever situation they're in, whether they're in family life or renounced life. They should be in Krishna consciousness and seeing Krishna as the center of all activities. Мы же вдохновляем преданных, неважно в каком статусе, показывать пример духовного поведения, духовной деятельности, будь то человек в семейной жизни или будь он в отреченном укладе жизни, чтобы он демонстрировал применение духовного знания. Go ahead, read the next paragraph. В Бхагавадгите 2.40 Господь Кришна говорит, что богоцентрические действия обладают такой ценностью, что тот, кто совершит всего несколько таких поступков, может избежать величайшей опасности. Самая большая опасность, угрожающая нам, это возможность вновь попасть в эволюционный цикл перерождения души, состоящий из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Keep going. Если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, предоставленную ему человеческой формой жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, это следует считать самым большим несчастьем, которое может с ним случиться. Но из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять, что ему это угрожает. Поэтому Шри Шопанишад рекомендует нам использовать свою энергию в духе Ишаваси. Тот, кто поступает подобным образом, может желать долгих лет жизни. В противном случае долгая жизнь человека лишена смысла. Деревья тоже могут жить многие сотни лет, но какой смысл жить долго, подобно дереву, дышать словно мехи, рожать детей, как свиньи и собаки, или есть, как верблюд? А скромная и незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценнее грандиозного фарса, которым является жизнь, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма или социализма. So this is a very important paragraph. Srila Prabhupada is explaining that even a little effort at devotional service can save us from the danger of falling into the lower species of life. Это очень важный абзац. Здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что даже небольшое продвижение на духовном пути защищает нас от величайшей опасности. The danger. We have to understand how the human life is the crossroads. We can either be elevated to up to the heavenly planets or higher planets in the universe, or we may go down into the lower species. We may go down to the hellish planets, or we may enter into the lower species of life, like animals or plants. Жизнь на Земле подобна перекрестку. Когда человеку в соответствии с своей деятельностью предлагается отправиться либо на райские планеты и там находиться, наслаждаться некоторое время, либо отправиться в адские условия и рождаться подобно низшим живым существам. And Srila Prabhupada said, if we don't take advantage of this human life, in this life, if we don't take advantage to get out of the wheel of birth and death, then we're very unfortunate. Если же мы упускаем такую возможность, то это можно считать самым большим несчастьем. We're not able to see
what's happening to us. We're not aware of what we're doing, how we're wasting this valuable opportunity. И это знание помогает нам понять, как мы можем впустую потратить время и как упускать такую ценную возможность. Then Prabhupada gives the example about how a tree may live for a long time, but what is the value of a long life like a tree? There's no purpose. Далее Шрила Прабхупада приводит пример деревьев, которые живут очень долго, но какой смысл в такой жизни, если она бесцельна? Materialistic people are very attached to long life, want to live a long time, but what do they do in their long life? They just waste their life. They do nothing. В противном случае долгая жизнь лишена смысла, в ней нет никакого толку, несмотря на то, что она очень долгая. Then Srimad Bhagavatam also describes, just like the bellows, bellows produce air. And so the same way people may be breathing, but they're not doing any good with their human life. Their breathing is going on, but they're not doing any proper service for the pleasure of Krishna. So their breathing has no value. Далее можно привести пример тех, кто дышит, но если это не связано с духовным самосознанием, то какой в этом смысл, какая ценность просто дышать? And people may have many children, they may have a big family. Oh, and they're thinking this is very nice. I have a nice big family, many children. They love me very much. But the pigs and the dogs, they also have many offspring. Также можно сказать, что кто-то ставит своей целью рожать детей, но какой в этом смысл, если и свиньи, и собаки тоже приносят потомство? Если в этой жизни больше ничего, кроме этого, нет. And we may be proud of eating, but the camels also eat thorns, and they just cut their tongues. So even though we're eating, if we're eating non-vegetarian food, we're eating food which was not offered to Krishna. So it's just like the camel eating thorns. We're just bringing trouble on ourselves. Ну и также Прабхупада приводит пример верблюда. Что толку есть, как верблюд, эти колючки постоянно. Если в жизни ничего не духовно, тогда никакой практической ценности это не несет. So Prabhupada said, better to be a humble devotee than to just cheat people by saying you're doing welfare activities and doing things for the society, material endeavors. It's better to be a humble devotee. Чем пытаться совершать очень много усилий ради какого-то безбожных проектов, лучше быть скромным, преданным, выполняющим свои обязанности. Okay, go ahead, read the rest of the purport. Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе Шишапанишат, она становится одной из форм карма-йоги, рекомендованной в Бхагавад-гите 18.5-9. И тому, кто занят такой деятельностью, не грозит опасность снова попасть в эволюционный цикл перерождения души. Даже если такая богоцентрическая деятельность остается незавершенной, она все равно приносит благо тому, кто занят ею, так как гарантирует ему воплощение в теле человека в следующем рождении. Таким образом, человек получает еще один шанс продвинуться по пути, ведущему к освобождению. Have you finished the whole purport? No, Guru Maharaj, last paragraph. Yeah, finish the last paragraph.
А различные формы богоцентрической деятельности подробно описаны в книге Шилы Рупа Госвами «Бхакти Расамрита Синдху». Мы перевели эту книгу на английский язык, озаглавив ее «Нектар преданности». И рекомендуем ознакомиться с ней всем, кто хочет научиться действовать в духе Шри Ишопанишад. So Srila Prabhupada is recommending here that you can do karma yoga and that can protect you from falling down into the lower species of life. Итак, Прабхупада говорит здесь, что это знание и деятельность освобождает нас от опасности родиться в низших формах жизни. Prabhupada said the benefit of doing a little karma yoga, he said, although it's not spiritual perfection, he said, you can get, you'll be guaranteed at least to get a human body in the next life. И самое главное, что такая деятельность может дать нам гарантию, что в следующем жизни мы получим тело человека. And if they get the human form of life again, then they have another opportunity to continue their progress in devotional service. И тогда человек получает шанс продолжать двигаться по пути, ведущему к освобождению. Then Prabhupada refers us that he said we should read books like the Nectar of Devotion, which is the summary study of the Bhakti Rasamrita Sindhu, and it teaches us how to do devotional service. И все эти различные виды духовной деятельности описаны в «Нектаре преданности». Поэтому она рекомендует здесь Прабхупадой, чтобы действовать на духовном уровне. So Prabhupada is encouraging us that we should also read this book, The Nectar of Devotion, and it will teach us everything we need to know about devotional service. Чтобы мы стали преданными, нам необходимо действовать описанным методом. If we're interested in having developing that spirit, the mood which is recommended here in Sri Ishopanishad, then it's very important for us to read and hear from books like Nectar of Devotion. Если мы заинтересованы в том, чтобы научиться действовать описанным выше способом, нам нужно регулярно слушать знания, описанные в книгах, таких как «Нектар преданности». So in this way Srila Prabhupada gives his purport to the second mantra. Таким образом, Шрила Прабхупада дает комментарий на вторую мантру. That if we work according to Krishna's plan, then you'll get good result. You can get free of the law of karma, or at least you can live for a long life in this world. Поэтому, если мы трудимся в соответствии с планом Кришны, мы получаем хороший результат. Первое, мы освобождаемся от последствий кармы. И второе, мы так можем прожить сотни лет. So the next mantra will go on. Mantra 3 is going to describe what happens when you don't follow the plan. When you don't work in the spirit of Ishavasya. Mantra 3 will describe what happens to you. Третья мантра будет описывать, что происходит с теми, кто не собирается действовать в духе Ишавасия, какой их ждет участь. So this idea, this concept of who is the proprietor, who is the controller, who is the enjoyer, it's very fundamental. It's the first thing in the Ishopanishad. Таким образом, кто является наслаждающимся, кто является контролирующим, вот эта концепция, она заложена в основе начала знания, описанного выше Панишат.
Because we are all thinking this belongs to me, this is mine, this is for my enjoyment. So this is the cause of all of our troubles. Потому что мы привыкли действовать в духе, а я наслаждающийся, вот это принадлежит мне, это для того, чтобы я наслаждался. И такой менталитет приводит к различным последствиям. The Vedic literature is describing for us that nothing is actually ours. Everything is God's property. И вот это знание сразу настраивает нас на понимание того, что ничего нам принадлежит, все принадлежит Верховному Господу. And if we remember that, then we can live, we can have a good life, we can live a long, we may live a long life, or even better, we may not have to take birth again in the material world. И понимание этого дает нам возможность действовать, не имея последствий, и в то же самое время жить долгую жизнь, жить многие года. The long life is not very important to a devotee. What is important is that we do something useful while we're here in this world. Таким образом, это знание дает нам понимание, как правильно жить в этом материальном мире. So Lord Chaitanya was in this world only 48 years, but he made a great contribution. He left a lot of transcendental wisdom. Это трансцендентная мудрость Lord Chaitanya Guru Maharaj? Yes. Господь Чайтанья, по его милости мы нам открыта эта трансцендентная мудрость. And Shankaracharya was here only 32 years, but he also did some wonderful and made wonderful contribution to the development of human civilization by writing and by teaching. Даже Шанкарачарья, несмотря на то, что прожил 32 года, внес огромный вклад и влияние оказал на мир благодаря своему учению. All right, so we'll take questions. Сейчас мы переходим к вопросам. If there are any questions. Если будут вопросы, Маджи Хладини, ваш первый, потом Маджи Вайтшач. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные, примите поклоны, пожалуйста. Ой, спасибо большое за лекцию. Если можно, у меня два вопроса. Первый вопрос по лекции. Продвижение по этому пути спасет от самой величайшей опасности. О какой опасности здесь идет речь? Спасибо. The question from Hladini Mataji. You mentioned, thank you for a class, Guru Maharaj. You mentioned in a class that you quoted the verse from Bhagavad Gita that even small going on spiritual path help us to free from great danger. What kind of danger does Shastra mean? Well, danger can be forgetful. Any forgetfulness of Krishna is a dangerous situation. Любое забвение Кришны является опасной ситуацией. Wherever there's forgetfulness of Krishna, then we're in a very precarious situation. Даже незначительное забвение Кришны ставит нас в очень опасное положение. We don't want to forget Krishna. That's the most important thing. The most dangerous situation where we've forgotten Krishna and we've become absorbed in the material body. Поэтому даже незначительное забвение Кришны сразу
создает опасность того, что мы забудем о нем, а значит, погрузимся больше в материальное тело. Mm-hmm. Так. Actually, we've forgotten Krishna since time immemorial. The scriptures say that we've forgotten Krishna since many, many lifetimes. And that's the cause, that's why we've been here, why we're here in the material world and why we're suffering so much. Вот это погружение в материальное тело сильнее погружает нас в материальный мир, а значит, мы страдаем все больше и больше. So materialistic life is a very dangerous situation. Yes, it's very dangerous. Поэтому вот из-за этого само по себе материальное существование очень опасно. You don't know where you're going to take your next birth. You may have to go to Yamaraj, you may have to go into hell, you may have to go into the lower species of life. That it's very, very dangerous. We can spend a long time traveling in these different hellish places. И неизвестно, в какую форму жизни мы попадем, в адскую, в очень невежественную или, наоборот, в более-менее благостную форму жизни. В этом и есть опасность. Okay. Это понятно? Да, спасибо большое. Второй вопрос. Второй вопрос такой. Если сохраняется желание улучшить свои материальные условия, карма не позволяет это сделать, но желание остается. Каким образом это желание может трансформироваться и уйти? My next question is, sometimes I see that I meditate on improve my material conditions, how to become free from this desire or maybe transform it into something. Well, we have to dovetail our material conditions in the service of Krishna. Whatever you have material, make it spiritual by using it in Krishna consciousness. Мы можем преобразовать свои материальные условия в условия для служения Кришне. То есть материальным оно становится вследствие материального сознания. Just like you have some money, so you use your money in the service of Krishna. Например, у меня есть деньги, но я использую эти деньги для служения Кришне. Use your money to go to the temple or take part in a festival or to distribute prasadam. Например, есть деньги, значит, их можно использовать для того, чтобы ездить на фестиваль или служить Кришне, или жертвовать, или распространять книги, или пищу. You have a nice house. No, use your house also for the service of Krishna. You have a nice altar there and worship Krishna. And sometimes also bring devotees to your home also. Let them come to your home and also see how you worship Krishna. У нас есть хороший дом, значит, этот дом можно разместить алтарь, можно создать для этого хорошие условия, можно приглашать других преданных, чтобы они регулярно посещали вместе заниматься служением с ними. Maybe you like to dress nicely, you like to look good, you like to make yourself attractive. So okay, do that, but use your
that nature of being attractive, use it to give Krishna consciousness to people, to go out and tell people about Krishna. Например, вам нравится красиво одеваться, вы любите быть привлекательными, хорошо. Можно это использовать для того, чтобы привлекать людей к сознанию Кришны. Now go and dance in the Harinam Sankirtan. Одевайтесь, выходите, танцуйте с Харинамой Сангиртаной. Or go and distribute books to people and tell them about Krishna. Let them see how there's so many nice, attractive women who are practicing Krishna consciousness. Или выходите на Санкиртану, распространяйте книг, общайтесь, вдохновляйте людей, привлекайте их, покажите, что очень хорошо одетая женщина занимается духовной практикой сознания Кришны. Yes. Okay. Вот так. Это понятно? Да, я вот уточнить хотела. Это вот Гуру Махарадж сказал, когда что-то есть, а когда у тебя чего-то нет, но ты хочешь, чтобы это было, и получается тоже в таком ключе, да, как бы сказать себе, что это вот для Кришны. Я буду использовать. То есть, когда чего-то нет, а ты хочешь что-то. То вопрос в чем? Давайте немножко сформулируем. То стоит ли этого желать для служения Кришне? Да, вот, то есть, ну да, потому что это может быть не для служения Кришне, на самом деле у тебя там хочешь самой понаслаждаться. Гуру Махарадж, you told about if we have some conditions or like that, but if I haven't anything but meditate to obtain something, to collect something. Should I meditate on some improve my conditions, or maybe it's not for service to Krishna, maybe it's some in future will be only for sense enjoyment? Yes, we have to understand that actually these material conditions are not essential for your Krishna consciousness. Да, мы в то же самое время должны отдавать себе отчет в том, что материальные условия не зависят напрямую на наше сознание Кришны. Sometimes we think I could be a better devotee if I was richer. Or I would be a better devotee if I was more educated. Not necessarily true. It's not true. What we can be a devotee. You can do service for Krishna in any situation. The important thing is you just have to have that desire to want to please Krishna. Иногда нам действительно может казаться, что если у меня будет вот что-то, я смогу лучше заниматься преданным служением Кришне. Но на самом деле это не всегда так. Важно понять одну вещь, что самое главное в нашем служении – это желание удовлетворить Кришну. Krishna doesn't mind if you're rich or if you're beautiful or not. These things are not going to, they don't matter to Krishna. Кришне совершенно не важно, богатый вы или бедный, Кришна нисколько не волнует. What matters to Krishna is that you have devotion for him, you're attached to him and to his service. Что действительно важно, это то, как привязаться к нему, как лучше выполнять свое служение. And devotional service does not depend on anything material. Преданное служение не зависит ни от чего материального. It's us, we're attached, because we're attached to these material things. And because we're attached to the material things, that means there's less attachment to Krishna. Sorry, Guru Maharaj, I can't hear you.
Because we are attached to these material things, it obstructs our attachment to Krishna. Поскольку мы привязаны к материальным вещам, это создает препятствие в нашей привязанности к Кришне. The more you can the more you can hold, more you hold on to Krishna, the more you let go of the material. Чем больше мы держимся за Кришну, тем меньше нам требуется материального. Yeah. Так? Спасибо. Спасибо, Хари Кришна. Следующий вопрос, Йодиша Чуваш. Потом Маджи Анастасия Кондратьева. Хари Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Все слова Шрили Прабхупаде. У меня вопрос не по теме лекции, такой длинный. А на санге с преданными одна матаджи рассказала интересный факт про Варахадеву. У них в Ятре все считают, что когда Варахадев поднял землю на своих клыках, один из клыков проткнул ее и вышел в районе Кольского полуострова. Мы спросили, откуда эта информация, и она ответила, что, кажется, кто-то из махараджей рассказывал, а теперь это передается у них из уст в уста. И у них в Ятре все считают, что это так. И в связи с этим вот у меня есть несколько вопросов. И первый, может быть, Гуру Махарадж читал где-то о таком факте в шастрах. Ахари Кришна, Диа Гуру Махарадж, Диа Девотис, please accept my humble obeisances. Вот горе что Шрила Прабхупада. My question is out of today's topic. At the Sangha with devotees, one Mataji told an interesting fact about Varahadev. In their yatra, everyone believes that when Varahadev raised the earth on his fangs, one of his fangs pierced the earth and came out in the Kola Peninsula region. This is a region on the... I can't understand what you're saying. You have to read it again. Oh, sorry, Gurudev. Just a moment. At the Sangha with the devotees, one Mataji told an interesting fact about Varahadev. In their yatra, everyone believes that when Varahadev raised the earth on his fangs, one of his fangs pierced the earth and came out in the Kola Peninsula region. This is the region. What came out? Came out in the Kola Peninsula region. This is the region on the north of Russia. In this region... I don't understand what came out. One of the tusks pierced the air. Yes. One of his tusks. Uh-huh. And something came out? They came out in the one of regions of Russia, in the Kola Peninsula. Yes, it is a region on the north of Russia. Right. So, and we asked where this information came from. And Mataji replied that it seems that some of the Maharajas told it, and now it is passed one by word of mouth. So I have some question. The first of one, Gurudev, maybe you read about it somewhere in Shastras about this fact. Read about what test? Yes, read about that one of the tasks of Varahadev pierced the earth in this region of Russia. About this. Well, I don't know. I mean, they've got Vedic evidence of this? I don't know, Gurudev. Mataji said one of Maharajas said, but she doesn't remember who it was. And now this information in the Ayatra passed one by word of mouth, like this. What is this region in Russia? What is it, a mountain region or what? No, not mountain region. Kola Peninsula, Kolsky Peninsula, in the north of Russia. What is it? Just what is it, land or water? This is land and near the ocean.
Near the North Ocean. So, I don't know. I mean, does it make a big difference? Guru Maharaj, yeah. Please allow me add something. Yeah. As I probably understand, she told about some maybe opinion of some Mataji in one yatra. Kola Peninsula, it's like some land in Russia. Russia, big country, so many peninsulas, many islands, so on. But it's nothing change our Krishna consciousness, because we haven't have a seen about it. In the same time, Prabhupada sometimes said that some situations with Ramachandra and Ravana was in Brazil. And also in Ramayana mentioned Lanka Island. So maybe this question better if Mataji Yuvatrachi wrote in the letter. Maybe you maybe did meditate, or maybe you ask somebody. I have never heard about it. It's like better. It's maybe some private opinion, or maybe like fairy tale, or maybe it's a joke. Who knows? Maybe just gossip, so like this. So better in later discuss this. I have some questions about it more. That's the point. Yes. Okay, go ahead. What's your question? Yes, Gurudev. Sometimes preachers talk about things that are not in the Shastras as some kind of a revelation from above, like this. And what level does a preacher have to be to really receive such a revelation from Krishna? Русский? Да. Иногда проповедники говорят о таких вещах, которых нет в Шастрах, которые они подают как откровение свыше. И на каком уровне должен находиться проповедник, чтобы действительно получать такие откровения от Кришны? Well, it's not a question of somebody having revelation, divine revelation, but whatever we speak, it should be guided by Shastra. You have to support it with evidence from the scriptures. Здесь не идет речи, в духовном знании не идет речи о некоем откровении. Человек, который что-то утверждает, он должен сам найти источник, который подтверждает это, и указать на него. If we're going to say that, oh, everything, that people can start revealing things, divine revelation, then you'll get all kinds of avatars appearing and stuff like that. You get all kinds of bogus avatars coming. Если сейчас мы, допустим, дадим право каждому делиться своими божественными откровениями, то тут столько аватар набежит, бога аватар, ложных аватар, что места не будет. We have to be very careful about divine revelations. Somebody saying he's been informed, Krishna revealed to him something. It's very risky. Поэтому мы должны быть очень внимательными, чтобы не допускать распространения всех этих божественных откровений, потому что это большой риск. But whatever is being presented should be supported with Vedic evidence, scriptural evidence. Все, что человек представляет, он должен сам постараться представить духовные шастрические доказательства этому. Right. We have three sources of authority. There's sadhu, shastra and guru. And there should be no conflict between them. Есть три авторитетных источника доказательства. Это саду, гуру и шастра, и между ними не должно быть противоречий. So if some point of information is being presented and everyone is requested to accept it, we want to know, we want to see it supported by the other authorities. If it's coming from sadhus, then we should see it in the Shastra. And if it comes from Shastra, then it should be supported by the sadhu and the guru.
Поэтому, если откуда-то приходит какая-то информация, и ее нужно принять или не принять, мы должны смотреть, если она исходит от саду, она должна быть подтверждена шастрами. Если она исходит от шастр, из шастр, она должна быть подтверждена саду, гуру. You understand? Yes, я думаю... thank you so much. And my last question... just a moment. Как нам относиться к таким заявлениям, если нет возможности спросить у самого проповедника о первоисточнике данной информации? Gurudev, how should we treat such statements if there is no possibility of asking the preacher himself about the source of such information? Well, what I don't know. I mean, is it going to make a big point? Is it a big issue whether or not this is true or not? Are you going to build a temple there in honor of the event or something? And are you going to make it a place of pilgrimage? Ну, а какова практическая необходимость устанавливать авторитетность какого-то утверждения? Мы что там, собираемся храм строить в честь этого события? Или это место нужно увековечить как место паломничества? Yeah, I don't know. It doesn't seem like it's a big issue, you know? Я не думаю, что это такая прям серьезная вещь, которую стоит так обсуждать. But until it's supported with scriptural evidence, we can't take it very seriously. Но пока это не подтверждено духовными первоисточниками, сильно принимать это не стоит всерьез. Mm-hmm. Okay. Вот так. Thank you so much, Gurudev, for your answer, because there are some speculations on that topic. And so thank you for your opinion. Thank you so much. Hare Krishna. Маджи Анастасия, Кадратьева, пожалуйста, ваш вопрос. Hare Krishna, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, дорогие преданные. У меня вот вопрос. Как понять, что ты, ну, как сказать, на правильном пути, и что ты не находишься в мае, потому что ты можешь думать, ну, то есть я могу думать, да, что у меня все хорошо, что я вот служу Кришне, что я служу... То есть вот какие критерии на этом пути? Hare Krishna, Guru Maharaj. The question from Madhaji Anastasia. My question, how can I really understand that I am on a right path in my spiritual practice and I am not in Maya, because in my mind I probably think that I am okay, I serve to Krishna, but really it's not proper subject matter. So how can I check myself? Well, you have to consider how well are you performing as a devotee. Are you chanting regularly? Are you able to complete 16 rounds every day? Are you able to strictly follow four regulative principles? Нужно постоянно отслеживать свое соответствие уровню преданного. Читаем ли мы 16 кругов, заканчиваем ли мы все эти круги или нет, насколько мы следуем регулирующим принципам. I would like to see you put... Have you got neck beads on? I don't see neck beads around your neck. Я не вижу кантимал у вас на шее. Или мне просто плохо видно? Да, у меня порвались кантималы. She said, my cantimals broke. Oh, that's very serious. You've got to get new cantimala for yourself. Это очень серьезно, на самом деле. Вам нужно обзавестись новыми кантималами поскорее. Your neck looks bare without any kunti mala.
You don't know when the Yamaraj is going to come. If you don't have neck beads on, the Yamaduts may come and take you. They don't know you're a devotee. Ваша шея без кантимал выглядит пустой, что ли, слово упустил. Неизвестно, в какой момент мы можем находиться на грани жизни и смерти. И ямадуты, не зная о том, что вы преданные, могут забрать вас, потому что они отличают преданного по кантималам. Are you associating with the devotees regularly? А вы общаетесь с преданными регулярно? Да, да, я общаюсь с преданными, только вот мне пришлось сейчас, получается, я не в Владивостоке живу, а вот сейчас еду в другой город, в Спасск дальний. Там преданных очень мало, но вот в субботу я проводила там программу, то есть несколько человек собрала, мы там воспевали святое имя, кушали, я готовила просад, и мы читали Бхагавадгиту. Там есть хороший один преданный, вот он приходил, он... Вот. Ну, то есть сейчас не в Владивостоке, но онлайн, я на связи. I try to associate with devotees, but now I live in not Vladivostok, in another town, quite on distance from Vladivostok. In this town, lack of devotees, only few devotees. But yesterday I organized a home program. We read Bhagavad Gita, we chanted a little bit of mantra, we sang kirtan, we gathered and organized kirtan. There is one devotee, one good devotee there, so I try to associate with devotees, and online I regularly in connection. Okay, good. Are you living alone? Да? А вы живете одна там? Ну да, я живу отдельно с дочкой. Ну, то есть дочке 2 года. А родители отдельно. I live alone with a daughter. My daughter 2 years old now. Okay. Why did you move away? Why she moved away to that city? That other place, why she moved away? А что привело к тому, что вам пришлось переменить город? Маджина, спасибо, вы можете перевести сейчас, разговор? Да, да, да. Я могу, если мы можем, потом вот созвониться, я бы хотела бы с вами поговорить. Я вас понимаю, поэтому говорю, вы можете перевести разговор в личную беседу. Guru Maharaj, Madhya Anastasia said that she be more comfortable to discuss with you and nicely talk with you in a private atmosphere, not in... Okay, yes, right. Okay. She really wants to speak with you, but not before other devotees. No, right. Because it's some her circumstances. Personal problems, yeah. Okay. Anyway, you know, these the main things about if she's making advancement, if she's in Krishna consciousness, the main things is that she should be chanting regularly, and she should be strictly following the principles and associating. So, так, отвечая на ваш вопрос, самое главное, чтобы вы следили для духовного прогресса, как бы ни складывалась ситуация, чтобы следили, самое главное – это воспевание регулярно, самое главное – это следование принципам и регулярное общение с преданными. So I hope she can get some neck beads for herself. И я очень надеюсь, что у вас появится кантималы, это важно. Or maybe she can repair the one she had and put some other beads, even put some make. Может some, быть. Sometimes you have to mix the tosi with other beads.
А может быть, вы даже почините первые кантималы, либо найдете новые, либо почините старые. Даже можно воспользоваться, можно даже сделать так, чтобы сочетать туласи с какими-то другими бусинками, если не хватает. А можно, чтобы вот туласи, бусинки туласи были как бы внутри в серебре? То есть сейчас есть преданные, которые делают такие, это называется чокер, ну это как такой обруч серебряный, либо золотой, а внутри бусинки туласи, то есть получается как бы в серебре они, внутри. Я понял, я пишу сейчас. Гуру Махарадж, Матаджи, Анастасия, ask the question. Can I wear the choker? This is a new fashion style of Kantimala when tulasi beads put inside of silver ring, and inside of this silver tube, silver ring, the tulasi beads. So outside we can't see this tulasi, but inside really they are. Can we wear like such a style of tulasi beads, neck beads? I don't think that's not kuntimala. That's not neck beads. You just put a couple of beads inside the silver thing, and put that around your neck. But how do you put that silver thing around your neck? You have to have something to hold that around your neck. Yes, but I, as I proper understand here, this is some silver jewelry, maybe like this, but they put inside of this tube silver some... Yeah, but it's not so as effective as having a whole string of toasty mala around your neck. Лучше, если это будет туласи мало вокруг шеи. Маджи Анастасия, вы уточните, пожалуйста, у этого чокера эти бусинки видны снаружи, или они прям внутри серебра, их не видно? Или они просто оправлены в серебро? Они не видны, они прямо внутри. Это вот как кавача, да, на рассимпу кавача. Вот внутри. Ну, правильно я перевел, значит. Гуру Махарадж говорит, что это не туласи мало, лучше, если туласи будут присутствовать. Все, поняла. Окей, Гуру Махарадж, I understood you. Окей. Next question. In the chat. Mataji Vrindavan Lila. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you for transcendental knowledge. In class, you mentioned Bhagavad Gita text, and in this text, I described some sacrifices which need for material success. Please, can you count these? Так, предназначены для материального успеха. По лекции вы упоминали, и там говорится о жертвоприношении, те, что предназначены для материального успеха, нужно отказаться. А очищение сознания, возвышение сознания оказываться нельзя. Можете перечислить эти жертвоприношения. Немножко все путано, я чуть-чуть не пойму, что за вопрос. Может, вы голосом зададите, Маджи Вриндаван Лила? Потому что тут Хари как-то Кришна. Куча... Адвитхара на Прабу. Да, повторите, я хотела голосом задать. А можно, да? Да, задайте, потому что я ничего не понял из вопроса. Как-то чуть-чуть покороче. Кришна, простите. Ага. Ничего страшного. Гурудев, Хари Кришна, примите поклоны, пожалуйста. Дорогие преданные, тоже примите поклоны. Спасибо вам за трансцендентные знания, которые вы нам даете. По лекции вы упомянули Бхагавадгиту 18.6. И там я заглянула в комментарии, что Прабхупада пишет, что жертвоприношения, которые предназначены для материального успеха, от них нужно отказаться. А о жертвоприношениях, которые несут очищение сознания и возвышение сознания, отказываться нельзя. Можете ли перечислить эти жертвоприношения? Правильно ли я понимаю, что в этот век это только воспевание святых имен Харинама и Санкиртана? Правильно? The question of Mataji Vrindavana Lila. Gurudev, you mentioned the text in Bhagavad Gita.
you mentioned 18th chapter, text number 6. Krishna said that in purport of this text, Srila Prabhupada said that a sacrifice which are meant for material advancement in life should be given up, but sacrifices that purify one's existence and elevate one to the spiritual plane should be not stopped. And my question, Guru Maharaj, please, can you give example what kind of sacrifice means? Does it mean that is Sankirtana for Kali Yuga, or what kind of sacrifices? Well, yes, in the Kali Yuga, Sankirtana is the sacrifice. Actually, all other sacrifices are not going to have much effect in the Kali Yuga. The real Sankirtana, the chanting of the holy name, is the real sacrifice. Да, конечно, в первую очередь в Кали-Югу самым главным жертвоприношением, истинным жертвоприношением является Санкиртана, воспевание святого имени. So you can do that anywhere. You can do it in your home, you can do it outside in the streets, anywhere. Sankirtan. Ее можно совершать где угодно и при любых обстоятельствах, дома, на улице, на работе, в любых условиях. Mm-hmm. Book distribution is also sankirtan. Распространение книг — это также санкиртана. Anything which is done for the pleasure of the Lord is also sankirtan. It's also a sacrifice. You may be doing deity worship. You may be cooking for the deities. You're cleaning the temple. You may be gardening. It can all be seen as a sacrifice for the pleasure of the Lord. Любое действие, которое делается с желанием удовлетворить Господа, это будет жертвоприношение вот такое, о котором идет речь. Это может быть и поклонение божествам, это может быть готовка на кухне, это даже может быть садоводство. Но если это предназначено для удовольствия Господа, то это и будет таким жертвоприношением. It depends on the attitude by which you do the activities. More than the activities, it's the attitude you have. Are you doing this for Krishna? Are you just doing it for your own benefit? Все зависит от вида привязанности, от настроения, с которым вы действуете. Это для того, чтобы удовлетворить Кришну, или это ваша привязанность личная? So Prabhupada says like that in the preface of Nectar of Instruction. Everything depends on the attitude of the devotee. Поэтому эту мысль Шрила Прабхупада подчеркивает в предисловии, во введении к нектару наставлений, что деятельность преданного определяется по привязанности. If we are doing our devotional service in a lazy, in a dirty manner, then that's a mode of ignorance. Если мы выполняем свое служение грязным виде, с ленью, то это будет служение в невежестве. And if we are doing devotional service to get our own benefit, to get some material gain or to get some recognition, that's a mode of passion. Если мы совершаем преданное служение ради того, чтобы нас заметили ради какой-то собственной выгоды или какого-то результата материального, то это будет служение в гуне страсти. And if we're doing devotional service just to purify ourselves, to get rid of our sinful reactions, then that's a mode of goodness. Если мы же занимаемся преданным служением из чувства долга, с желанием очиститься, то это будет преданное служение в гуне благости. And pure devotional service means we're simply acting for the pleasure of Krishna. А чистое преданное служение — это действие просто для того, чтобы удовлетворить Кришну. Okay. Вот так. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, можно уточнить, если все вот перечисленные вот эти мотивы, да, у преданного, они присутствуют в служении, но мысли о том, чтобы совершать их,
чисто, они, ну, как бы есть. Ты молишься, просто просишь об этом чистом служении. Но все равно отслеживаешь в уме эти все примеси. Хари Кришна, как это вот, это будет принято Кришной? Thank you, Gurudev. But in the same time, if I see in my devotional service some impures, but in the same time I pray, let Krishna accept my service. Will Krishna accept my attitude or mood? Even I have some impurity in my service. Well, yes, we can worship Krishna even though we're not pure. We have material desires, still we're encouraged to worship Krishna. Да, конечно, мы в любом случае должны продолжать преданное служение, даже если у нас есть материальные желания, мы все равно должны продолжать поклоняться Кришне. That is stated in the second canto Srimad Bhagavatam, third chapter, text number 8, I think it is. Lord Krishna, well, it's stated there whether if we have all material desires or no material desires, whatever situation is, still we should worship Krishna. Поэтому во второй песне Шримад Бхагаватам, в третьей главе, кажется, восьмой текст, и говорится о камах сарва камова, и даже если человек имеет материальные желания, не имеет материальные желания, или имеет желание освобождения, должен продолжать поклоняться Кришне. So Krishna will help us to progress. И Кришна будет помогать нам двигаться вперед, прогрессировать. Oh, okay. We're not perfect. We're not pure. We have attachments. Still, we can worship Krishna. We must worship. Мы несовершенны, мы нечисты. У нас есть еще какие-то примеси желания, но мы продолжаем поклоняться Кришне. Мы должны продолжать поклоняться Кришне. Okay. Хари Кришна, спасибо, Гурудев, по вашей милости. Можно еще в продолжение? Тут у меня второй вопросик такой вот он. Давайте, потому что... Да, можно ли у Кришны, у Гуру просить привязаться к служению определенному? И нужно ли это делать? И, ну, то есть служения же могут меняться в течение жизни. И если они меняются, как к этому относиться? Ну, то есть, нужно ли просить постоянного служения, привязаться прям к нему? И нужно ли Кришне это? То есть, вот так как-то у него, может, другой план. Ну, то есть, или Кришна? Can we or should we ask Guru and Krishna blessings for attachment for particular kind of service? Because sometimes kinds of services may change during our life. So should we become attached to one particular kind of service or not? And should we ask to Guru Krishna bless us for develop attachments for particular kind of service or not? I don't think so. I don't think we want to ask Guru Krishna to bless us to become attached to a particular service. We want to be attached to service to Krishna, any kind of service. Я не думаю, что нужно просить Гуру Кришну привязаться к определенному виду служения. Мы должны развить привязанность к служению Кришне, какой бы вид служения ни был. Это все служение Кришне. If you're attached to a particular kind of service, that's karma yoga. You're attached to working in a particular way. That's not bhakti yoga. Потому что если вы привязаны только к какому-то одному виду служения, то это будет карма йога, привязанность к определенному виду деятельности, а не бхакти йога. Bhakti yoga is we'll do anything, any service for Krishna. Bhakti yoga означает я буду делать любое служение для Кришны. Mm-hmm. Вот так. Спасибо, Гуру. Хорошо. Хари Кришна. Thank you, Guru Maharaj. Хари Кришна. Саша, Прабу, ваш вопрос. Наверное, последний, не знаю. Саша, Прабу, ждем ваш вопрос.
Хари Кришна. Хари Кришна. У вас слышно меня? Да. Про невнимательное воспевание. Вот говорится, что бы ты ни делал, делай это как подношение мне. А если человек воспевает только потому, ну, это читает 16 кругов, но только потому, что ему старшие сказали, что так нужно. Ну вот он там прочитал Бхагавад-гиту, еще что-то, но делает это потому, что ему так сказали. Вот он верит старшим, верит их опыту, ну и понимаешь, ну как вот в 9.3 в Бхагавад-гите говорится, по простоте душевной. Вот такое воспевание святых имен считается служением? И если это нет, тогда к чему это приведет? По простоте душевной, это где говорится? В комментарии или в тексте? Потому что я не знаю, как это перевести. Остальное я все понял. В комментарии там говорится о тех, кто присоединяется по простоте душевной, просто из-за общения с преданным. Я понял. So the question from Alexander Prabhu. Krishna said, whatever you do, do as an offering to me. But if devotee chant holy name unattentive only because some authorities or local elder devotees ask him, is it effective or not? Well, it's offensive chanting, inattentive chanting. It's not pure chanting. Это воспевание, конечно же, оскорбительное, потому что оно невнимательное. So you get some benefit, but not much. Будет какое-то благо, но немного. Krishna says, as you surrender to me, I reward you accordingly. So if you haven't fully surrendered, you're not fully surrendered, you're chanting the name without any feeling, without any love, just simply mechanical chanting. So there's some benefit there, but not great benefit. Krishna же говорит, кто как мне предается, так я ему отвечаю, поэтому, если это не внимательное воспевание без вкуса, без какого-то желания, ну, какое-то благо будет, но небольшое. Definitely it's better to do chanting like that than to just do some mundane things like go and play football or watch television or something. It's better you're chanting Hare Krishna, even though you're chanting inattentively. Разумеется, это лучше, чем смотреть футбол или там телевизор пялиться или что-то делать другое. Конечно же, лучше хотя бы какое-то воспевание, чем никакого. Спасибо. Мои поклоны Hare Krishna. Thank you. My obeisances, Hare Krishna. There is no more questions, Guru Maharaj. All right, so we'll finish here today. Хорошо, тогда мы здесь закончим сегодня. Thank all the devotees for their participation. Спасибо всем преданным, кто присоединился. Thanks. Thank you, Guru Maharaj. Thank you for translation. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. 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 Thank you, Guru Maharaj, that you find time and opportunity to meet with us. Hare Krishna. Bhakti Vinayana Shvarasim Maharaj ki jai. Jai.